Новый год – это самый любимый праздник большинства взрослых и детей. Ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются самые настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю сверкают огнями улицы городов, а в каждом доме стоит наряженная елка. Праздничная атмосфера царит повсюду. Приятная новогодняя суета охватывает всех, без исключения. Давайте попробуем создать новогоднее настроение с помощью чтения книг. Представьте, какое ощущение подарит книга детям, если начать читать ее за несколько дней до Нового года. Самое малое – предвкушение волшебства, которое вот-вот случится. Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно, ведь этот день празднуют все народы с древних времен. Правда, каждому народу Новый год приходит в свое время. Кроме того, существует множество разных традиций и обычаев. Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они подарили нам традицию зажигать огоньки на новогодних елках. Более 300 лет тому назад, в 1699 году, наш царь Петр I путешествовал по Европе. Ему очень понравилось, как европейцы отмечают Новый год с елками, подарками, веселыми фейерверками. В России ничего подобного не было. Новый год начинался 1 сентября. Вернувшись из путешествия, Петр I издал указ праздновать Новый год зимой с подарками и нарядными елками. А что является символом Нового года? Что приносим мы домой под Новый год? Украшаем, наряжаем. Конечно же, елку. В старину елку украшали различными лакомствами, орехами в яркой обертке, конфетами и даже овощами. На ветках горели восковые свечи, которые затем уступили место электрическим гирляндам. А блестящие шары появились сравнительно недавно, примерно 100 лет назад. Макушку елки венчала Вифлеемская звезда, на смену которой потом пришла красная пятиконечная. А какой же Новый год без Деда Мороза? Раньше его называли по-разному – Мороз, Морозка, а чаще с уважением по имени-отчеству – Мороз Иванович. В те времена он редко дарил подарки. Наоборот, люди, которые верили в его силу, дарили подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда же на Руси начали встречать Новый год зимой, Дед Мороз стал главным героем нашего праздника. Его характер изменился, он подобрел и стал приносить детям подарки в новогоднюю ночь. Рядом с Дедом Морозом его внучка Снегурочка, но сопровождала она его не всегда. Появление Снегурочки восходит к древнейшим русским фольклорным традициям. В прекрасной сказке, знакомой нам с детства, сделанная из снега Снегурочка тает, прыгнув вслед за подругами через костер на празднике Ивана Купалы. На основе этого сюжета Александр Николаевич Островский в 1873 году написал пьесу «Снегурочка», а через несколько лет, благодаря одноименной опере Николая Андреевича Римского-Корсакова, сказочный персонаж получает широкую известность. Снегурочка молода, необычайно красива, немного грустна. Вместе с Дедом Морозом она может творить чудеса и исполнять самые сокровенные желания. И еще Снегурочка уникальный персонаж. Ни один из зарубежных собратьев Деда Мороза не имеет такого милого сопровождения. Новый год всегда считался семейным праздником. В этот день принято собираться большой семьей, навещать бабушек и дедушек. Родные и близкие поздравляют друг друга и желают счастья в новом году, дарят небольшие подарки и сладости.
каждой семье есть свои традиции празднования Нового года. А в вашей семье какие традиции? Может быть, вы наряжаете елку вместе или печете новогоднее печенье, делаете игрушки своими руками и дарите их своим близким? В Новый год у каждого из нас есть шанс завести свою новогоднюю традицию. Может быть, вашей традицией станет чтение книг в кругу семьи. Ведь так приятно, хотя бы на мгновение, но все-таки вернуться в детство и немного поверить в волшебство.